Это была долгая, полная крутых поворотов борьба. Но теперь это взрывное соревнование подходит к завершению. Приготовьтесь! Наступает финал шоу «Split Second». Привет, и это последний эпизод Split Second. Так, у нас все начинается с уничтожения. Новая машина через 105 кредитов, элитная через 155 кредитов. Подбейте 25 соперников в этом эпизоде. Хорошо. И так, это нам получается надо примерно 3 первых места. Вот, чтобы было 150 кредитов. А там, если что, на какое-то место хотя бы там 10-15 очков, чтобы открыть элитную гоночку. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с уничтожения. Так, машинки у нас какие тут. Ого, какая скорость, ускорение не очень. Может это взять? Прочность тут не очень, а есть лет. Так, у нас все с уничтожения идет, да? Давайте возьмем. Вот тут вот ускорение, кстати. Во, погнали. Ну что ж, уничтожение. Погнали. А то как-то... Четвертое место. Мало кредитов. Вы чё? А мне надо еще. Ого-го. Тихо. Тихо. Третье место, отлично. Остань. И теперь хотя бы держаться на втором. Вау. Сюда. Занесло меня хорошо. Воу. Бах, 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 бах. Есть. Получилось. 4x подбито. Ого, неплохо. Ладно, третий хотя бы. Но не восьмой. Но не восьмой главное. Это главное. А, я не знаю, как тут их подбить. БДВ. Может, кого-то даже одного подбил. Точно. Да. Еще один. Тихо. Тихо. Опля. Вау, парни, спасибо за силу. Эй, вот как обычно, здесь у меня одни проблемы. Есть. Заправочка. Подорвали ее. Так, второе место, блин. Хотелось, конечно же, первое. Я думаю, получим. Эх, сволочь. Эй, третье. Я знаю, как вас там установить. Главное, чтобы не стать четвертым. И перегнать вообще этого второго. Тихо. Сейчас. Так, я пока третий, отлично. Вау! Второе место! Блин! Только не четвертый, только не... Отлично. Третий, но не четвертый. Потрысь, потрысь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, я разбился. Я третий. Второй, отлично. Да хотя бы второй. Это большой плюс. Главное не обогонять. Отлично, теперь первое место найти. Ну, может примерно до 25 кредитов. Примерно, а может 10. А, все. А вот смотрите, где он. БДВ.
Я уничтожен. И он тоже, походу, уничтожен. Не знаю точно. Ладно, 15 кредитов. 115 элитная гонка. Может, где-то еще заработаем. Кстати, бонусные события так мы не открыли, да? Бонусные будет еще через 8. Так, каньон. Давайте вот эту вот машинку возьмем. На каньон. Надо подбить 8 соперников. Всех этих. Или кого-то 8 раз убить. Так. На этой машинке попробуем. Ох! Ох! Спокойно. Отлично, уже тяга есть. Тихо. А, давайте, баба. Заносит капец. Но... Сколько я вообще подбил, если это я сделал? Выброс. О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Как же я люблю вылетать отсюда. Тихо. Оп! Так, до третьего места не так уж и далеко. Это примерно было, да? Тихо. Пока никого не вижу. Вижу. Ой-ой-ой! Как было на четвертом? А, вот это лучше. Ох, ни хрена себе! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Есть. Блин. Спасибо. А, ну да, спасибо, очень спасибо. Сколько тут кругов? 2, 1, 3. Понятно. Есть идея. Опа. Нет. Нет. Какого? Что? Как? Пятое место. Боже мой, я их догоню вообще? Ладно. Это четвертое место. Второй круг. Главное, не последний. Спасибо. Я стал третьим. Вижу сдалека, видел сдалека. Вот тех вот, как видите, я уже тут по чуть-чуть. Чтобы... Первое место. Спасибо, парни. 50 кредитов. И это будет очень хорошо. Не знаю, сколько я подбил, но спасибо тебе. Я вас тоже подобью. Будет значок, я тебе покажу. Но я тоже врежусь по-любому сейчас. Может, и проехал. Здесь 8 соперников есть. О, я неплохо так впереди. О! Ого! Спасибо. Краткий путь. Вот что нас спасет. Но это не поможет вам, эти бочки. А вот краткий путь мне поможет. Лёп. Кого-то еще подбил? Yeah. Ой-ой-ой, я не очень так слишком впереди. Так что если кто-то меня обогонит... Ага. Один из них меня пытается обогнать. По чуть-чуть не толкайся, не толкайся. Я тебе все равно выведу из строя, паренек. Ух, ё-моё! Вот тут вот... Пятое место. Ребят, ну это не смешно. Есть. Может, двойной удар? Да-да-да-да-да-да-да. Парень, я на третьем месте стал. Но все плохо, все равно, все равно все плохо. Дайте мне знак, дайте мне знак.
Давай. Выброс, ну пожалуйста, зацепил. Да, хотя бы одного зацепил. И то хорошо. И то плохо, я разбился. Стал на четвертом месте. Ну давайте, дайте мне... Сейчас. Да. Второе место. Это мой шанс. Ребята, это мой шанс. Ну-ну-ну-ну, надо вовремя подсчитать. Нет, не успел. Это сейчас меня обгонит, будет смешно. Нет! Обогнал. Обогнал он меня, да? Или второе место все-таки? Я какое место получил? Я какое место получил, скажите мне. Только не третье, пожалуйста. Только не третье, это будет смешно. Третье место. Элитное будет через 85 кредитов. Угу. Бонусные события. Месть вертолета. О, блин. Придется тут переигрывать, чтобы открыть элитную гонку, кстати. Ну, может, еще успеем. Хотя, если тут 50, тут... Ну, давайте выживание. О, это та самая первая карта, которая была? Попытаемся. Сразу бочек, как обычно, нет. Один из грузовиков был. Оп. Отлично. Тихо. Готово. Тихо. Готово. Леп. Есть. Сразу шестое. Ах ты сволочь, почти, ну вы видели, чуть-чуть осталось. Я бы обогнал бы этого грузовика. Это было бы круто, если бы я обогнал. Но пока у нас время есть, и мы на шестом месте. Опля. Спасибо, чувак. Красная бочка была. Из этой синей бочечки меня разнесло. Так, вот это мой шанс обогнать один из грузовиков. Так, тут будет какое-то место сейчас. Если я сейчас этот обогоню. Я разбился сам. Я не справился с управлением. Еще время не есть. Блин, за такое время я бы уже не знаю. Так, уже пятое место. Ох. Тихо. Один грузовик. Есть. Ну блин. Пятое место. Черт побери. А сейчас уже не до шуток. Четвертое. Хорошо. Нет. Да блин. Сейчас будет последняя. Сейчас будет последняя попытка. Спокойно. Чисто красная бочка. Окей. Воу. Все. Кредитов мало дадут. Вот бы 30 кредитов было бы хорошо. Может еще раз попробовать? Давайте попробуем. Еще 10 кредитов и новая машинка. Давайте попробуем. Переиграем, еще и машинку получим. И кредиты получим. Погнали. Давай. Один грузовик есть. Второй есть. Третий есть. Три обгона подряд. Ой, черт, подбил он меня. Комбо проиграл. А сейчас, может быть, было уже бы шестое место. Седьмое, хорошо. Хорошо, что хотя бы седьмое. А здесь после этого, может, шестое будет. Нет. Музыка подряд, это, и это комбо получается, да? Ой. Есть. Она подряд. Ох, ни хрена себе.
Я напоролся на красную бочку. Да не получится у меня. Не. Походу на возродить это все. Походу сейчас наоборот. Еще раньше выведу сестрою. Сюда давайте. Есть, пятое место. Отлично, еще требовано подряд. Не-не-не-не, бочка. Нет, не надо. Вот это вот чувачка, давай. Так, четвертое место. Еще 15 секунд. Подбил, сволочь. Так. Мне 6 секунд, чтобы его. Хотя я вряд ли его обгоню. И давай. Видели, сколько там больше красных было? Ну. Третье место, хорошо. А, все. Ну зато может 10 кредитов. Дайте 10 кредитов, пожалуйста. 10 кредитов дайте. 5 кредитов. Через 55 кредитов будет элитная гонка. Ладно, как раз давайте тогда следующий. Детонатор. Вау, давай. Райбек. Рубик. Ой, детонатор. Вот тут хотя бы дайте первое место. Будет все хорошо. Элитную гоночку. Будет быстрее открыть. Так, это у нас детонатор. Хорошо, машинка. Ого-го. Вот здесь будет гораздо сложнее. Охренеть. Просто охренеть. Блин, надо было мне беречь на это всегда. Было вообще круто. Я выжил? Блин, класс. Офигеть. Давай. Езжай. Блин. Вот это был самый лучший момент. А, блин, я краткий путь, вот привычка. Да ладно вам. Блять, вертушка. Я, походу, на первое место не... Охренеть. О, тут вообще класс. Я не успеваю на первое место. Плохо. Сэнкью? Да что ж ты? Ну я так и знал, что тут взорвется. Не падай. Как видите, я не успеваю на первое место. И не видать нам 50 кредитов. Но видать нам машину новую. Да. Новую машину. Мы можем, если что, что-то переиграть. Кстати, бонусные события я вообще открыл. Если нет, то сейчас что-то переиграем, чтобы открыть бонусные события. 30 кредитов. И нам осталось итого 25. И новая тачка. Ох, ни хрена себе машинка. Так, а теперь что там у нас? Бонусные вроде бы открыл. Месть с воздуха. На тебе все надо. Нам надо занос получше. Давайте возьмем вот эту. Месть воздуха. Ну, надеюсь, здесь у нас получится. Не будет никаких проблем. Тихо. Занос. Тихо. Бы еще и выпасть. Так, давайте быстрее заработаем. О, следующему не повезет. Тихо. Получи. Отлично. Так, давай здесь. Я занос как раз делать не буду. Ну, давай же и здесь. Вау!
А, готов. Занос. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чуть бы не врезался, чуть бы не врезался. Ни хрена... Ах ты, падла! Зацепил все-таки. На время, кстати, я не смотрю. Хочу просто... Я смотрю на его жизнь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, следующий для тебя будет смертельный. Готово, еще три осталось. Я, кстати, не успеваю на первое место, но да ладно. Я вижу уже по времени, что я не успеваю. Чтобы не врезался. Второе место. Блин, мне бы только 25 кредитов, чтобы... Элитную гонку. Баба! Третье место. Да! Третье место. Третье место, да? 30 кредитов. И элитная гоночка открыта, да? Хотите сказать? Да. Дамы и господа. Вау. Райбек Титан. Попробуем на элитную гоночку. Ну что ж. Погнали. Где у нас там машина самая последняя? Давай. Предыдущий эпизод как-то мне дался легко. Я там много заработал первого места. Итак, в чемпионате мы занимаем первое место, второе Виксен, третье Раптор. Торпеда на пятом, как и был. Рик уже на седьмом. Пятое место, отлично. Баба! Подбил, а возможно и нет. Скорее всего нет. Раз, есть. Двойной удар. Тройной даже. Сколько я подбил людей вообще? Что ж стало на третьем месте? Круто. Ребята, вы не знали такого, как вот это вот? О, торпеда. Слушай, у меня машинка как у тебя. Я на третьем месте, к сожалению. К сожалению. Тихо. Блин. Баба. Эти хотя бы четвертые. Спасибо. За занос. Блин, они, посмотрите, они не меняли тачки, но все равно такие скоростные, что... Что жесть. Да блин. А я знаю, что я сделаю. Если можно будет. Тихо. Тихо. Опса. А, занос не получился, к сожалению. Я тут такое хотел сделать. Прям смену маршрута хотел сделать, но не получилось. Оставлю на третий круг, может удастся всех объехать. Главное не врезаться, вот в чем самое главное. Вижу торпеду. Так что на третьем круге держитесь, ребят. А, боже мой. Как тебя же заносит. Вы посмотрите на время, сколько мне осталось, чтобы доехать до седьмого места. Это просто... Никого не догоню так. Если мне не поможет то, что я думаю, это будет... будет плохо. Хотя бы седьмое место увидеть бы. Я вроде бы его видел. Нет, не видел. О, до седьмого места не так уж далеко. Видимо, его подбили.
А, я стал седьмым? Круто. Тихо. Сейчас вы меня все отхватите. Что ты, что твои приятели. Берегу на супер... Мега... Меха... Ну вот и сделаем сейчас. Бабах! Привет. Отлично. Третье, второе, первое место. Вот он, вот он. Вот то, что мне помогло. Опля. Вот. Не знаю, сколько я впереди. Да пошел ты, кто это делает сейчас. Ах ты гад. Хаммер, не думай. Ты труп. Ты труп. Ты не думаешь, что ты можешь меня обогнать. Иди ты знаешь куда. Все честно. Да вы достали. На! Гад. Раптор, ты туда же, да? Получи. Не дам свое место, нет. Хватит с меня. Я должен сезон победить. Опа. Спасибо. А если кто-то обгонит? Просто умрет. Ах, нифига себе, сколько за мной. Ой-ой-ой, тут все зависит от меня. Здесь все зависит от меня. Ну, 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 да, первое место, уф! Вы победили 50 кредитов. Восемьдесят восемь очков. Вот мы, отлично, мы победили. Офигеть. Вот это офигеть. Мы первые... Что за... Что происходит? Действительно, что происходит? Нет. Первая камера, вы видите меня? Вторая камера? Нет ответа. Йо! Крепче, гонщики, тут какая-то ошибка. Какая еще ошибка? Мы не можем быть. Через сколько времени? Их сняли с эфира 82-го. Я... Черт, это плохо. Очистить площадку! Сейчас же! Убирайтесь отсюда! Кому сказано? Я... Продолжение следует. Но мы, как знаем, Disney то ли закрыла, то ли заморозила Split Second. А очень жаль. Концовка, конечно же, жесть. Как я понял, это участники очень старого сезона. Ну, он там сказал, то ли в 82-м, 89-м году их уже давно нет. Ну, нет, они вроде бы то ли по жестким правилам все делали, то ли еще что-то. А кто знает? Но я бы продолжение, конечно, ждал. А хотя я и жду. Возможно, она еще Split Second вернется. Но, к сожалению, ее пока заморозили или закрыли вообще. Хотя я не понимаю. Было более миллиона продаж копий.
Что тут не так? Более 1 миллиона. Не знаю, чем не понравилось, чем там, что там случилось у Disney, что они решили не выпускать продолжение пока что. Возможно, в будущем мы увидим, это нас очень удивит. Возможно, это будет продолжение или какая-то совсем другая история. Но мне вообще понравилось. Как видели, у меня было и первое, и второе, и третье, и восьмое даже место в месте воздуха. И даже было восьмое вроде бы в выживании. Но я, как вы видите, не гнался за первым местом в обычных гонках. Я больше гнался в элитной гонке. И мне это удалось в 12 эпизоде полностью. Но в 11 эпизоде я чуть бы не получил чисто одно первое место. Чуть бы... Ну, к сожалению, мне так не получилось. Возможно, есть такие прохождения так профессионально, где чисто первое место. Не так, как у меня, то второе, то третье, то первое. Ну, то есть, вот так вот. То восьмое, то четвертое вообще. Откуда вообще? То седьмое. Но мы прошли Split Second. Мне очень игра понравилась. Очень понравилась. Да, я хотел бы еще поиграть в эту игру. То есть, продолжение. Продолжение следует, написали, но продолжения, к сожалению, нет. Очень жаль, очень жаль. Очень. Как вы видите, мы прошли все 12 эпизодов за 12 серий. То есть, одна серия, один эпизод у меня так было. Я думал, что мне это больше затянется. И будет там, например, один эпизод даже на две серии разбиваться. Но так уж получилось. Я иногда, как вы сами видели, переигрывал. Так у меня получалось. Но мы все-таки прошли игру. Кто-то скажет, не полностью, потому что не везде первое место. Ой. Но вы помните Need for Speed Undercover? Как я там сколько частей потратил? Где я там получал последнее почти место, или там третье, или второе. Там надо было именно первое, иначе ты проигрываешь. А тут вроде бы третье место тоже квалифицируется на следующий эпизод. Но я не знаю, как было бы в последнем эпизоде, что бы было бы, если бы я набрал второе или третье место. Кто знает. Но финал был у нас эпичный. Ох, как эпичный. И я смог их всех обогнать. Да, надеюсь, вам вообще понравилось. Спасибо всем, кто смотрел. Следующая игра, которая будет после Split Second, это Пила, которая победила в голосовании в группе ВКонтакте. Надеюсь, вы будете смотреть эту игру. Дети Split Second? Что? Дети? Ладно, с вами был Саня Электрик. Спасибо всем, кто смотрел. Ну, встретимся в... Ого, 1997. Встретимся уже в игре Пила. Всем пока.